Друзья, всем привет! Сегодня я покажу интересную подборку автотоваров для Kia Rio. Данный автомобиль очень популярный в России, а все из-за того, что цена-качество на высоте. Также пишите в комментариях, для какого автомобиля выпустить следующую подборку. А в конце, как всегда, конкурс с денежным призом. Начнем мы с камеры заднего вида, которая встает на Kia Rio без каких-либо проблем. Крепится все в штатное место. Еще плюсом будет то, что камера захватывает край бампера, поэтому парковаться будет еще легче. Разрешение камеры 648 на 488 пикселей. Это вполне нормально. Угол обзора 170 градусов. Данная камера подключается к выносному монитору, двухдиновой магнитоле, зеркалу заднего вида с экраном и так далее. Продавец предлагает как саму камеру, так и варианты с различными мониторами и зеркалами заднего вида. Цена камеры 649 рублей. Двухдиновая магнитола, которая подходит для моделей от 2010 и до 2015 года выпуска. Устанавливается без каких-либо проблем, не нужно ничего колхозить. Работает на Android версии 7.1, а это означает, что вы можете устанавливать различные игры и приложения, например, навигацию, браузер, социальные сети и так далее. По факту, это такой же Android, как и в вашем смартфоне, если он, конечно, на Android. Оперативной памяти 2 ГБ. Разрешение экрана 1024 на 600 пикселей, IPS. Поэтому углы обзора отличные. Процессор 8-ядерный, встроенной памяти 16 или же 32 ГБ. Это на ваше усмотрение. Есть Bluetooth, можно подключать смартфон и синхронизировать с магнитолой. Можно подключать камеру заднего вида, видеорегистратор и так далее. Встроенный Wi-Fi поможет установить нужный софт, можно раздать интернет со своего смартфона или же подключить 3G модем через USB. Также в комплект поставки входит камера заднего вида. Цена магнитолы 16 246 рублей, покупок более 200. Дворники для Kia Rio подходят от 2011 и до 2017 годов выпуска, имеют различные размеры на выбор. Отзывы хорошие, за свои деньги работают отлично. Цена 861 рубль за пару дворников. Есть доставка из России, а покупок более 100. Друзья, Letyshops исполняется 4 года, поэтому с 28 мая по 1 июня будет грандиозная распродажа. Будут скидки и повышенный кэшбэк практически во всех топовых магазинах, и среди них вы точно найдете свои любимые. Например, AliExpress, Booking, MVideo, GearBest и так далее. За 4 года выплачено 900 миллионов рублей 6 миллионам пользователей. Экономить с Letyshops очень выгодно. Я сайтом пользуюсь уже больше года и успел немного сэкономить. А вишенкой на торте будет розыгрыш крутых призов и самое крутое, что для участия вам не нужно ничего делать дополнительно. Вы просто покупаете то, что планировали, возвращаете деньги с каждой покупки и получаете шанс выиграть один из призов. Ссылка на повышенный кэшбэк будет в описании. Накладка на задний бампер с надписью Rio. Сделана накладка из нержавеющей стали, цвет серебристый. Крепится она с помощью 3М-скотча. Правда, перед этим нужно хорошенько вымыть и обезжирить бампер. Цена 817 рублей, покупок практически 200. Также есть накладки на пороге. Есть под карбон в виде наклейки, а есть нержавеющие по типу как для заднего бампера. Также с надписью Rio. Но самые крутые — это из нержавейки, но с подсветкой. Точнее, светится только надпись Rio. Вариантов очень много, я оставлю ссылки на все найденные накладки. Цена от 500 и до 1900 рублей. Еще одна магнитола на андроиде, только в этот раз для 2016 и 2017 годов выпуска. У нее диагональ экрана 10,1 дюйма, 2 гигабайта оперативной памяти и 32 гигабайта встроенной. Экран, кстати, IPS. В принципе, данная магнитола аналогична той, что я показывал в начале подборки, просто подходит для более новой Kia Rio. Цена ее 18 тысяч рублей. Подлокотник, который подходит для модели от 2011 и до 2015 года выпуска. Цвет черный, материал пластик плюс кожа. Его можно регулировать по выносу, что очень удобно. Также в нем находится пепельница, но это для задних пассажиров. Он открывается, внутрь помещается смартфон, либо же какая-то мелочевка. Цена подлокотника 2990 рублей. Коврик с надписью Rio. Это целый набор маленьких ковриков, которые нужны для карт, дверей, подстаканников и так далее. Есть разные цвета, черный с красным, черный с синим и черный с белым. Цена 896 рублей.
Отличный видеорегистратор от Xiaomi. Данный видеорегистратор имеет минималистичный и компактный дизайн. Регистратор получил форму цилиндра. На одном торце находится разъем питания и слот для карты памяти типа microSD, а на другом единственная кнопка со светодиодным кольцом. Все управление происходит этой кнопкой. А светодиодное кольцо показывает состояние регистратора. В зависимости от цвета можно понять, записывает ли видеорегистратор и так далее. Поскольку в регистраторе встроена небольшая батарея, в режиме ожидания он может провести до 9 часов и сделать пару аварийных роликов. Для просмотра видео и настройки регистратора используется приложение Компаньон. Без него включить и получить доступ по Wi-Fi невозможно. При первом подключении регистратор обновляет прошивку. В дальнейшем смартфон становится экраном устройства с режимом Real Time. Все дополнительные настройки, включая разрешение видео и включение при ускорении, настраиваются здесь же. Объектив широкоугольный, качество видео, конечно же, на высоте. Это же Xiaomi. Сборка видеорегистратора отличная, нет люфтов, зазоров и прочего. Цена 2535 рублей, покупок более 3000. Чехол для ключей Kia Rio. Есть два варианта на различные ключи, в зависимости от года выпуска. Цвет чехла черный, строчка красная. Продавец утверждает, что материал кожа. Цена 322 рубля. Также еще есть чехол на ручку коробки передач. Материал кожа, в комплект идет сам чехол и нить для прошивки. Есть черный с красной нитью и черный с черной нитью. Подходит для Kia Rio, Optima и так далее. Цена 594 рубля, покупок более 150. Оплетка на руль для Kia Rio, то есть эта оплетка не подойдет на другой руль. Она сделана полностью для всего руля, так как она закрывает также и спицы, в отличие от универсальных. Установить такую оплетку несложно, но для большего удобства желательно снять руль. Есть черная и красная нить, цена 1024 рубля. Ходовые огни. Устанавливаются на штатное место, смотрятся как родные. Есть с белым или же желтым свечением. Цена 2738 рублей. Защита, которая цепляется на кромку дверей. Она поможет сохранить лакокрасочное покрытие при открытии дверей в гараже или же на парковке. Клеится с помощью 3М-скотча. На каждой такой защите написано Rio. Цена 202 рубля. Кнопки на руль для Kia Rio. Ставятся на штатное крепление, при установке нужно быть аккуратным, чтобы не стрельнула подушка во время отключения. Лучше обратиться, конечно, в сервис. Цена 1520 рублей. Еще один подлокотник, только уже на Kia 2017 года. Три цвета на выбор, черный, серый и бежевый. Сзади есть пепельница и место под чашку. Сам подлокотник регулируется по вылету. Внутри есть небольшая ниша, куда можно что-то положить. Цена 2120 рублей, покупок более 600. Необычное зарядное устройство в автомобиль. Теперь пассажиры из задних сидений могут с комфортом заряжать свои гаджеты. Штука очень удобная, получается 4 порта, 2 будут спереди и 2 на задних сиденьях. Длина провода 1,8 метра, все очень легко крепится. Все порты работают отлично, смартфоны и планшеты заряжают хорошо. Также есть выход на быструю зарядку Quick Charge 3.0. Штука отличная, пассажиры могут теперь не просить поставить смартфон на зарядку, и что самое важное, смартфоном при зарядке можно пользоваться, а не как раньше он лежит спереди и фиг его возьмешь. Цена 570 рублей, покупок более 150. Магнитный держатель смартфона RockSFY. Недорогой способ быстрого крепления телефона или же навигатора в автомобиле. Интересная штука и при этом недорогая. Держатель выглядит как простая магнитная пятка с возможностью вращения. Крепление на решетку системы вентиляции автомобиля. Можно установить, например, на решетку центральной консоли. Корпус держателя металлический, крепление пластиковое. Имеет возможность регулировки угла наклона. Также есть такой же держатель, но с креплением на торпеду автомобиля. На чехол или же корпус смартфона приклеивается металлический диск, который затем можно без проблем примагнитить к держателю. Данный держатель удобен тем, что взять или же положить телефон можно одной рукой. За рулем это действительно очень удобно. Цена 228 рублей, покупок более 7000. Хромированные накладки на торпеду автомобиля. Есть разные цвета, смотрятся стильно, крепятся без каких-либо усилий. Также есть такая накладка для коробки передач. Цена набора для торпеды 1192 рубля, покупок более 100.
а цена накладки на коробку передач 600 рублей. Популярный органайзер в багажник. Он поможет сложить вещи, чтобы они не болтались по всему багажнику. Вмещает реально много. Также он легко складывается и не занимает практически места. Цена 462 рубля, покупок более 1000. На этом все, а теперь конкурс. По традиции разыграем 200 рублей на счет мобильного или же WebMoney кошелька. Условия: поставить лайк, быть подписанным на канал и написать любой адекватный комментарий под видео. Результаты через неделю в группе ВК и на моем втором YouTube канале. Все ссылки есть в описании.